Навестить больного на дому, организовать досуг в центре социального обслуживания, оказать содействие в получении государственных услуг, число которых перевалилось за 70. В управлении социальной защиты подсчитали, социальными благами разных уровней пользуется каждый второй житель нашего округа, начиная от выплат компенсации по усыновлению первого ребенка, компенсации за школьную форму, заканчивая предоставлением субсидий за коммунальные услуги. Свой профессиональный праздник социальные работники отмечают, не уходя далеко от своих кабинетов. Ваша работа – это очень тяжелый, кропотливый труд, потому что за вами стоят люди, которые хотят, чтобы о них заботились, они в этом нуждаются, и вы всегда им протягиваете руку своей помощи и находите подход к каждому из них. Общая сумма 57 миллиардов. Ну, наверное, кроме Москвы, ни один регион больше не тратит столько на данное, так сказать, направление. Но здесь, на земле, вы главные. Почему? Потому что все вот то, что мы можем выделяем, вы реализовываете. Ваша профессия – это профессия милосердия. Вы там, где трудно человеку. Поздравления принимали сотрудники управления социального обслуживания, центры занятости населения, центры для несовершеннолетних семья, комплексного центра для граждан пожилого возраста. Елена Буданова стояла у истоков службы соцзащиты, занимается оказанием мер социальной поддержки 4000 многодетных семей. Когда люди выходят от тебя, говорят спасибо за мер социальной поддержки, которые все время расширяются в Московской области, все больше и больше вводится новых мер социальной поддержки. И для многодетных семей, и для семей, имеющих детей несовершеннолетних.